Больно. Я пытаюсь не унывать, честно. На улицах теперь так тихо. На улицах теперь так тихо. Эй, там. Кажется, там кто-то есть. Надеюсь, очки. Что случилось? Ты как-то изменился. Погоди. А, ты больше не воняешь потом и мочой. Я покувыркался с Поли Адлер, самой надушенной рыночной вертихвосткой. Видимо, запах ее духов пристал. Везучий гад. Я аж 2 месяца.
Ты больше не воняешь потом и мочой. Я покувыркался в поле Адля. Как ты изменился? Я покувыркался с поле Адля, самой натуральной рыночной вертихвосткой. Видимо, запах ее духов пристал. Везучий гад. Я в 2 месяца не пропадался. Я ждал 5. Привозят духи из-за границы. Погоди. Ты больше не воняешь потом и мочой. Баса, ты почти похож на человека. Если выживешь после той дряни, что здесь подают, переживешь что угодно. Как рука. Свербит. Как и чувство гордости, небось. Этому засранцу еще воздастся старицей. Помоги мне кое с чем. У тебя лодка еще осталась. Я бы на твоем месте снял здесь комнату. И кувыркался бы тут с красивой девахой, пока все не уляжется. Мне нужно кое-что выяснить. Эй, ты! У меня это насчет тебя кое-что есть. Вы поможете несчастному полаганщику. Мне нужно попасть в приют Мойры. Свистни, когда будешь готов. Я буду тебя ждать. Ищешь инструменты? Вы поможете несчастному балаганщику? Хочешь пополнить? Если тебе нужны деньги... Если тебе нужны деньги, у меня для тебя есть пара поручений. Лучшие контракты в городе. Лучшие контракты в городе. Хочешь пополнить запасы? Ты не думал переехать в Дейпорт? Вино, женщины, улицы, на которых не воняет дерьмом. Вот это жизнь! Вы поможете несчастному балаганщику? Черный налог стоил мне целого состояния, Гаррет! Выручай старого друга! Я понял. Я знал, что тебе понравится. Вы поможете несчастному Любишь испытания, Гаррет? Любишь испытания, Гаррет? Ты не робкого десятка, я вижу. Красивый глаз, Гаррет. Вот это неплохо. Ты не робкого десятка, я вижу. Вы поможете несчастному Красивый глаз, Гаррет. Ты не робкого десятка, я вижу.
Я бы сам за такое взялся. Если ты покупаешь, я понял. Я знал, продаю. Что тебе понравится. Вот это неплохо. Удачи не желаю. Ты в ней не нуждаешься. Какая же ярмарка без развлечений, а? Если ты покупаешь, я продаю. О, добрый человек! Я... вы поможете мне, да? Я великий Виторий. Хозяин ярмарки чудес, куратор чудес. Каждый слышал про Виторий из далекой Иллирии. У меня был знакомый иллириец. Он говорил совсем не так. Что? У тебя акцент отклеился. Черт, зато это иллирийский конский волос. Это же спектакль, работа на публику. Вся наша жизнь — театр! Уж вам-то не знать, сэр! Я знаю, что тебя нет? Мне сказали, тебе нужна помощь. Да, тяжелые времена. Сперва стража конфисковала корабль. Потом туда проникли воры и утащили мои лучшие развлечения. Бесценные вещи. Ищешь новые развлечения? Нет, я... Хотя, постойте, вообще-то вы понравитесь публике. Дамы любят мужчин в коже. Я не горю желанием. Ах, жаль. Ну тогда помогите вернуть пропажу. Что скажете? Будьте другом. Так, первая пропажа. Говорящий череп-провидец. Уникальная вещь. Скажите, друг мой, хотите ли вы узнать свое будущее? Дай угадаю. Я найду череп. А ты мне отсыпешь кучу монет. Ха! Отлично, сэр! Даже череп был бы в восторге. Куча сильно сказана, но я вас не обделю. Украдите череп у мерзавцев, стащивших его у меня. Воздайте им по заслугам! Если ты покупаешь... О, сэр, ваша доброта растрогала меня до слез. Я уверен, сэр, что о вас сложат легенды. Где человек сомнительных моральных устоев может сбыть провидческий череп? Я знаю одно место. Black Market. Я знаю, что тебя заинтересует.
Угриеды были крутыми, а новичкам с баланды животы крутят. Чё? Стоять на месте! Один и тот же кошмар. Скорее бы все это закончилось. Шея болит. Может, смерть — это неплохо. Пусть ищет других наемников. Ну, давай посмотрим. Посмотрим на что. Арахуна, дубина пьяная. Да, но так он у меня не с собой. Нельзя делать серьезные дела на... дом супруга. Он спрятан в безопасном месте. Боги на пороге! У тебя 10 ударов в часов, чтобы притащить его сюда! Или ищи кому еще впарить свое барахло! Тише! Не гони туман! Я мигом обернусь! Ленни, мастер-пьяница, я уже пару раз тебя обокрал. Хочешь еще? Ой, как мне открыть эту дверь? Эй, вы, слушайте. Если ручка туда-сюда бегает. Тяжелые времена. Эй, да там. Что-то я плохо вижу. Пора очки носить.
Какое счастье! Старина лень не пришел. Вся команда в сборе. Клянусь, титьками Рорка, давно не виделись. Часа три, лень, не больше. Что? Время летит незаметно, да? Давайте выпьем за старое знакомство, пока есть что пить. Блин, трубка погасла. Спички есть? Вкус знакомый до жути. Это винтаж? Да. Ты туда нассал в прошлый раз когда-то. Что погасило пламя? Почему бы не зажечь огонь заново, а не... Пьяница. Я уже пару раз тебя обокрал. Хочешь еще? Ну и как мне открыть эту дверь, если ручка туда-сюда бегает? Эй, вы слушаете? Огонь губы? Эй, кто там? Что-то я плохо вижу. Пора очки происходит. Посмотри, что там. Парни! Это я! Какое счастье! Старина лень. Отвали, Лени. Что скажешь, Розочка? Прошвырнемся? Нет, даже если его светлость лично прикажет. Ну, куда она делась? Рози, если бы ты хотела, чтобы я ушел, ты бы мне промеж ног двинула, как обычно. Мои просто не все в дерьме. Лени! Когда я тебя поймаю, я с тобой такое сделаю, за что другие девочки особую плату берут! Кто-то зарыл удотские ворота. Закрыл уродские ворота. Может, это я закрыл уродские ворота? Я же не в этих тапочках. Так можно гульфик порвать. Там и так все чешется, как чертополоха. Посижу-ка я тут, оклемаюсь.
ублюдок. Убери свой нож. Пахнут не хуже, чем обычно. И точно, сами отвалились совершенно бесплатно. О, сэр, мне так холодно и одиноко из-за этой блокады. И... А, это ты? Рози, Рози, Розочка. Прыгает, как кот. Но куда она делась? Рози, если бы ты хотела, чтобы я ушел, ты бы мне промеж ног двинула, как обычно. Мои просто не все в дерьме. Не-не. Когда я тебя поймаю, я с тобой такое сделаю, за что другие девочки особо плату берут. Кто-то зарыл удотские ворота. Закрыл уродские ворота. Следить за Лей не та еще работа. Зато он вывел меня на свою банду. Лени, я надеюсь, ты нашел покупателя для этого своего. Да? Давай это сделаем. Искать драку, где ее нет. У нас. Поспать бы.
Это похоже на реквизит Витори. Только череп настоящий. Ты встретишь незнакомца вскоре. Угрюм, высок он и хорош собой. Завоюешь сердце знатного господина и будешь купаться в роскоши. Там кто-то есть? Какая, блин, роскошь? Лени, это ты? Я рада, что тебе весело, засранец. Эй! Кто там? Чтобы разобраться в себе, ищи. Бойся хромой души с черным кошельком и глазами, как... Thank you.
Вы вернулись, мистер Вор! Вы вернули мой череп, сэр! Великолепно! Ты встретишь незнакомца вскоре. Угрюм, высок он и хорош собою. Феноменально! Это он уже говорил. Значит, это дважды правда. Право, сэр, станьте звездой нашего шоу. Я прямо вижу. Черный стрелок. А я вижу, пропал владелец ярмарки. А, мистер Вор, вы вернулись с победой. Прекрасно. Вы молодец. Может, я все-таки смогу вас заманить к нам на ярмарку? Кожаная легенда. Хорошие вести, мистер Вор. Я знаю, где находится еще один пропавший экспонат. Хорошо. Значит, я тебе не нужен. Не-н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 е, сэр. Я разве похож на того, кто темной ночью гуляет по запретным местам? Нет, вы нужны мне. Найдите знаменитого октокотика. Октокотик? Да, поразительно извращенная ошибка природы. С первого взгляда кажется, будто это обычный кот. От этой погоды нет, у меня ногу ломит. 8 лап, сэр! Представляете? Нет. Сэр, верните мою ошибку природы, мистер Вор. Мои монетки просятся в ваш карман. Вы не представляете, как я счастлив, мистер Вор! Не хватит слов, чтобы выразить мою благодарность. Октокот, похоже, попал в чью-то частную коллекцию около башни между Стоунмаркетом и Риверсайдом. Замерзаю. Погода меняется.
боялся. Тянется. Новые враги мне не нужны. А насколько я знаю угриедов, они во всем обвинят друг друга. Чёртовы зубы Рорка!
Неприятность, сэр. Как пожелаете, сэр. А ведь я мог бы служить какой-нибудь благородной семье, а не развлекать его девиантами. Из Олдейла, но нельзя вывести Олдейл из Франда. Кажется, я кого-то видел. Кто это там в тени? Из Олдейла, но нельзя вывести Олдейл из Франда. А? Кажется, я что-то видел. У меня клюки. Вот иди там. Кто-то есть в темноте? Здесь ничего нет. Thank you.
дверь. Эй, почему дверь открылась? Твой черед смотреть. Защелка не была задвинута. Кто там открыл дверь? Выходи! Кто там ходит? Выйди, покажись! Никого нет. Но все равно страшно.